третий Астерикс и Обеликс. Поехали! Видели тебя, римляне? Римляне, римляне. Уже недели две я не видел римлян. Ни одной засады, ничего. Да римляне не хотят больше с нами играть. Ты их постоянно унижаешь. Я их унижаю? Прости мозгами. Они разрушили Карфаген, завоевали весь мир. Все их боятся. А какой-то пузан дает им подзатыльники. Пузан? Да. Какой пузан? Какого-то ты? Я хотел сказать, великий атлет по имени Обеликс. Ах так?